Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и просто слушатели, видеослушатели моего канала. Хочу вам рассказать о том, что сегодня у нас произошло очень интересное событие. Я часто буду об этом снимать ролики. Мы работаем упорно, усиленно и стараемся сделать все для того, чтобы прежде всего не психологам, не контрагентам, а обычным простым людям было легче, проще, комфортнее, качество жизни было выше и так далее. Сегодня у нас на календаре 12.05.2020 года, и у нас обновилась вот такая аудиофабула за номером 3.0014. В разделе «Актуализация здоровья» мы обновили, сделали более качественной фабулу, которая вызывает стремление актуализировать у человека и почувствовать ему себя лучше, стремление быть здоровым, ощутить себя полным сил, быть здоровым и не болеть, не думать, уйти от навязчивых мыслей по поводу своего, прежде всего, физического состояния, не психологического, не психического, а физиологического состояния. Все мы испытываем какие-то боли, каждый по-разному, каждый по-своему, у каждого болит что-то свое, но тем не менее есть некое общее понимание у всех здорового образа жизни. Науки это, как правило, и сейчас это популярная эта фраза, называется это все качеством жизни. Так вот, для того, чтобы повысить свое качество жизни, отвлечься от какого-то негатива, не концентрироваться на своем неблагополучном физиологическом, психофизиологическом состоянии, мы создали эту фабулу. Создали мы ее достаточно давно, была на версии 1.8, экспериментировали разными образами, значит, и сейчас это версия 1.9. В этой аудиофабуле 14 различных низкочастотных сочетаний. В конечном итоге они приводят к тому, что человек расслабляется, отпускает его состояние, обязательно сопровождающееся состоянием физического неблагополучия, состоянием, проявлением невротических каких-то вещей, тревоги, когда, знаете, человек прикладывает руки к груди и говорит: ой, что-то у меня вот душа неспокойна, что-то болит, вот тут болит тело, вот там болит, значит, сустав, там болит, покалывает в этом-то месте, там сердце, еще что-то. Вот, чтобы исключить из своего сознания вот эти 14 низкочастотных сочетаний, дают очень хороший эффект. Вот такой интересный раздел, такая интересная аудиофабула. И сегодня, вернее, на протяжении последних 3 дней мы над ней работали, она получила свое завершение и обновилась до версии 1.9. Была 1.8, стала 1.9. Более совершенная. Люди, которые приобретали у нас уже эту фабулу, могут обновиться совершенно бесплатно. Для этого им надо всего лишь написать нам на электронный адрес, они его знают прекрасно, это адрес lpfo.org, и, соответственно, попросить, чтобы мы прислали им новую по структуре аудиофабулу за номером 3.0014 бесплатно. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!